Пятого красавца-жеребца зовут Киев. У него сложная история. Никто не знает, что тверские заводчики спасли его от верной смерти. У лошадей, от которых отказались, один единственный путь. И этот путь на мясокомбинат. Прекрасный и сильный, здоровый и красивый. Все это конь Киев. Его судьба была почти предрешена. Он родился и жил на Украине в деревне. Пасся в лугах и возделывал землю. Но его хозяин заболел раком. Родственники не знали, как правильно общаться с животным, как его содержать и что вообще с ним делать. Они выбрали самый легкий способ – продать перекупщику. Перекупщик-мясник сразу увидел потенциал в Киеве. Он выставил его на продажу. Тверские спортсменки увидели объявление в интернете и сразу решили, что они выкупят коня. Когда оставался уже совсем там пара дней до того, как коня надо было спасать. Костяку, нашей группы, тем людям, кто давно уже занимается, кому дорогие наши лошади и для кого полжизни эти занятия, я бросила клич, что нам нужен новый конь, нас народу много, занимаемся мы активно. Буквально за сутки у нас там была горячая баталия в диалоге, кто каким образом может собрать деньги, у кого есть наличка, кто там кредит, кто еще что. Буквально за сутки получилось так, что нужная сумма была собрана. Вот, и, то есть это делалось как для нас самих, потому что нам это для занятий нужно, так и для коня, потому что он был реально очень классный на фотографии, в жизни еще лучше. И все это делалось еще из... от чистого сердца, что мы еще и помогаем животному молодому, которое никак не достойно такой участи, на которую был обречен. Таким образом собрали за сутки деньги просто на чистом энтузиазме. В итоге собранных средств хватило на то, чтобы забрать Киева в новый дом. Проблемы возникли только с перевозкой. Не хватало средств. Но перевозчик пошел на уступки и сделал ощутимую скидку. Диана счастлива, что теперь у них есть такой прекрасный конь. Мы увидели фотографию. Ну, он сначала нам понравился внешне, чисто по фотографии, потому что, ну, очень красивый конь. Вот, очень хороший у него тоже постав шеи высокий. Вот, масть интересная. Вот. Потом я стала узнавать подробности, сколько ему лет, какая порода, есть ли документы. Оказалось, то, что он совершенно здоровый. Вот, и как бы даже стоит он больше, чем, ну, за него попросили, цена была 65 тысяч, но эта цена выше, чем, ну, за мясо, если бы продали бы его на мясо. Вот. Но мясник увидел то, что перед ним такой конь, ну, стоящий действительно, он дал ему срок неделю, чтобы его выкупили. Киев держится гордо и невозмутимо. Он недавно приехал в Тверь. Сейчас он привыкает ко всему, что его окружает. Тренеры считают, что он очень способный. Конь без труда поддается дрессировке. Конь очень умный, молодой. Вот, я бы даже сказала бы то, что, ну, перспективный. Вот. Ну и ручной. Вот. Когда первый раз мы его выпустили, он за мной ходил как собачка. Прям вообще не отходил. Куда поверну, туда и он. Подходит, носом тыкает в плечо. Вот, очень такой, ну, душевный. Сейчас у красавца Киева началась новая жизнь. Впереди его ждут тренировки и соревнования. И, несомненно, победы и первые места.